Евгений Владимирович Герасимов, советский и российский актер театра и кино, каскадер, кинорежиссер, родился в 1951 году в Москве в рабочей семье. В детстве он увлекался точными науками и спортом, учился в физико-математической средней школе, участвовал в школьных олимпиадах и собирался поступать в технический вуз. Но по воле случая в возрасте 14 лет в 1965 году он дебютировал в кино в фильме «Они не пройдут». В 1972 году, после окончания театрального училища имени Щукина, он был принят труппой Московского академического театра имени Маяковского. В 1979-81 годах Герасимов учился на высших курсах сценаристов и режиссеров. Он сыграл в таких популярных кинокартинах, как «Петровка-38», «Огарева-6», «Гостья из будущего», «Бармены золотого якоря», «Следствие ведут знатоки», «Конец операции «Резидент» и многих других. Его фильмография насчитывает около 80 кинокартин. С 22 года он стал художественным руководителем театра «Луны». Евгений Владимирович продолжает и дальше свой большой творческий путь.